Там мы делаем тех самых русских хакеров, которые потом знамениты на весь мир. Ха-ха-ха. Школа пришла нам где-то в начале 2007 года. Пришла по бедности. Мы поняли, что нам нужны люди, нам негде их брать. Значит, их надо обучать. Новых людей сначала нанимали, просто беря друзей, потом беря друзей и друзей. Ну, в какой-то момент люди кончились. Мне кажется, что закономерно, что развитие машинного обучения влечет такой хайп. Действительно, это потрясающая вещь, когда у робота появляются мозги. И искусственный интеллект будет во всем. Все вещи, которые мы пользуемся, они будут немножко умными. Первый набор, второй набор, третий набор. И дальше мы поняли, что это все серьезно. Очень многие выпускники ШАДа работают в Яндексе, но те, кто уехал, они работают в Фейсбуке, Гугле, Микрософте. 10 лет спустя ШАД – это лучшая школа по анализу данных, по науке, искусственный интеллект. Я думаю, не только в России. Когда мы стали уверены, что про студентов мы знаем все и можем, в общем, студентов учить таких, как нам хочется, мы стали думать о старших школьниках. Когда мы научились работать со старшими школьниками, то стали думать о школьниках вообще. В будущем это такая большая онлайн-платформа, на которой все школьники смогут учиться и в школе, и после школы разным предметам. Вообще, я надеюсь, что когда мы научимся работать со средней и младшей школой, то мы, может быть, пустим до детского сада. Мне кажется, что нужно работать с детьми, и Яндекс может много чего нового и хорошего дать в смысле образования детям. Любой выпускник школы должен, в общем, уметь программировать, и он себя прокормит. Работа программиста всегда будет в ближайшие там, несколько десятков лет точно.